Лю. Лед. Водка. Правда, смерть начинается. Нет, это бармен. Есть аниме и манга бармен. Стакан. Очень все долго здесь. Да, у меня любимая игрушка, наверное, была мягкая, где-то Relation. Ради смерти, ну, неплохой сюжет. Ну вот я читаю мангу Бармен, он мне даже больше заходит. Nutshell. Nutshell это типа... Nut это орехи, нет? Скорлупа ореха. Absent. Поджечь. Прикольно. Получим достижение. Звездообразный ключ. Отлично, я считаю. Угу, можем сейчас заходить, видимо, в какие-то другие комнаты, что ли? Нет. А, нет. Но у нас открылось тут, видите, как... А, нет, это мы здесь были же уже. Так. Про бармена, когда будем в 11 хала играть? Психож, будем играть, когда допройдем прошлое, пожалуйста. Можно я буду допроходить игрулины? Я не могу, я хочу допроходить, а потом начинать новое, пожалуйста. Мистер Дезон Гиль не пьет, но может делать коктейли. Хея. Скоро Пасха, будем кушать яички или не будем? Угу. Скорее не будем. Угу. Что делать? Что делать? Что делать? А, слышали я про парк Тайган в Крыму, самый большой сафари-парк? Там львы ручные. Нет, я не слышала про такое. Ну, не знаю, как на это реагировать. Я небольшой фанат таких вещей. Так, фреску не успели закончить. Ну что, придется красить фреску. Спасибо новому зрителю. В каком-то видео Эля ела яичко с скорлупой. Да, было это. Было такое дело. Так, у нас есть равновесы. Для чего? От чего? Почему? Мы не знаем. Ну ладно. О, чего? Ты был не очень элегантно, но путь открыт. Здесь много мест теперь, где мы можем что-то сделать. О, домкрат. О, сколько времени, кстати, уже половина десятого. Я думаю, будем в разные игры играть. Ну так тоже хорошо. Да я хочу допройти уже что-то. Я не могу начинать играть в 50 игр. 50 косплеев делать. У меня мозг ломается просто. Не, непонятно. Ну что здесь можно сделать? О, цветочек. О, мы цветы собрали. Вот это букет. Хорошо, что он такой. А не какой-то другой, да? Да. Так, голыми руками лучше не копаться, но вот тебе домкрат, нет? Тут так много всего. Вот тут еще можно что-то сделать. Да трындец просто. А, может быть, цветы сейчас нужно пойти пособирать. Вот, теперь все вот эти вот красивые цветок нужно пойти пособирать. Не знаю, зачем, правда, но ладно. Теперь у нас есть букет цветов. Тут бы как на фресках средневековых, когда там цветы торчат оттуда. Вот. О, нужно, во, букет цветов сюда нужно впихнуть. Угу. Все, типа мы сделали это, да? Ну окей.
когда Киберпанк 2077 выйдет, хочу ли я пройти на стриме? Не знаю, посмотрим. Я не очень фанат киберпанковского чего-то. Что-то здесь можно сделать, но что? А, вот тут может быть еще ключ, ножницы, разновесы. Нет, ну и ладно. А там, кстати, что? А, тут вот это. Ордер Мэдж, глянуть как-нибудь снякое место Айгана. Там зверушки, да. Ножницы, ключ. Поиграть в Skyrim. Ну, пожалуйста. Слева отрезки, от фрески лопасти вентилятор. Оранжевый кнопочка, сейчас посмотрю, спасибо. Вот эти ты имеешь в виду? А их нельзя починить, видишь, видишь, их нельзя. Вот они, слева от фрески. Не работает. Директор Тайган разгоняет дерущихся львов. Не увидели, разбежались, как дворовые кошки. Может быть, я видела, кстати, какие-то нарезки, ну, по крайней мере, вот по твоему описанию я что-то подобное видела. Ладно, маленькая тварь, давай, я готова, давай, восстанавливай свою жизнь, я уже устала тут топтаться. Ну, ой-ой-ой-ой. Лопасти не работают, их не поч... Да, вернись обратно. Предлагайте больше бесконечных игр стримеру. Нет, пожалуйста, не надо. Мне там даже игрулину дарили. Последнюю игрулину в стиме. Я уже говорю, не надо, я отказалась от нее, потому что слишком много игр. А, вот, у меня же есть ключ наконец-то. У нас есть винты. Я считаю, это отлично. Где-то у нас, кстати, были... Во, винты... Или хочешь, где можно потыкать? Разве можно потыкать? Да! Так, теперь у нас есть маленькая лестница. Отлично. Отлично. Равновеса нет? Ну ладно. Бюст кажется знаком. Разве он не был украден из церкви? Это ужасный бюст. Демон, дьявол. Так, скважина для перфокарты. Что здесь делать, непонятно. О! О, мы нашли крест. О, мы сделали четки. Чечетки. Я и VR, это очень страшно на самом деле, я бы не советовала. О, цветы, 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 цветы. Чё делать, маленькая тварь? А, окей. Я не то вырезала. Ага, и фотографию надо вот втыкнуть туда, получается. Ого, что случилось на самом деле? Отлично, мы собираем фотографию, сейчас будем собирать. Так, у нас коробка старых слайдов, очень интересно. Неготоскоп, рентген, чудесно. Это рисунок я видел в старом доме. Значит, о, весы, равновесы, разновесы. Угадайте вес органа, чтобы поставить его на правильный пьедестал. Полтора, не? Не, один, один, да? Или что, один? Ровно же? Или один, ноль, один? Я не понимаю. А, можно же еще вот так вот.
Ничего не понятно, но очень интересно. Пусть будет где-нибудь вот там вот. Пять, 600 грамм, что? Я не понимаю, ребята, что происходит. А, у нас, короче, должно быть... Или, блин, сейчас я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Загадка для гениев, да. Киброл, ну я пробовала играть в VR, у меня слабый, мне кажется, вестибулярный аппарат в последнее время, поэтому... Так, нам нужно вот 2800... Ну, это явно вот сюда, нет? Один четыреста. Ничего не понимаю. Че ты рука сюда не можешь положиться? Ой, ну все, ребята, ну что начинается? Вот, ну наконец-то оно само, значит, встает. Все, отлично. Я поняла, как это работает, наконец-то. Вот это, наверное, будет 2800. Вот. Все, я наконец-то разобралась. Так, 1400. Возможно, вот это? Нет. Мозг? Отлично. А, и 400. Наконец-то. Нам дали глаз. Я считаю, что это успех. Удручает. Алекс Эванс. Технический эксперт лечебницы. Он был влюблен в Эму. Был другом Джека. Время собирать фотографии. Время собирать камни. Знаете, есть такой фильм. Так, тут все под наклоном, да? Ясно, понятно. Короче, сейчас покажут, наверное, Далию, нашу сестру. Неудобно тут собирать это все. Сейчас по-любому тоже не будет хватать кусков. Скоприокс. Привет. Надеюсь, правильно прочитал никнейм.
Ой, все, я убираю, наверное. Скоро будем уже заканчивать игру ничать. То что-то устаем. Так, мы допрошли, мы почти допрошли. Смотрите, нам не хватает явно кусков здесь. Нет, как-то не, как-то непонятно. Тут не хватает кусков. Атеро, мне больше нравится фэнтези. А тебе? Юль читает никнеймы. Извините, мне правда неловко, что я каждый раз не могу нормально читать никнеймы. Так, необычно или нет, но замок требует комбинации. Ничего интересного. Джессика Сакс, она была директором тоже. Глаз. Нет, так не работает. Окей. Что-то еще можно? О, клей для керамики, больше ничего нет. Глаз. Нет, очень жалко. Глаз. Глаз. Нет. Загадки стали однотипными. Да, согласна. Вторая часть как-то немножко похуже первой части. Они затянули все немножко. Стало, ну, менее интересно это все, конечно. Но я думаю, что надо уже допройти, потому что... У, как меня ломает, если я не допрохожу игры. Клей для керамики. Каменный глаз. Коробка слайдов. О, можно же это слайды пойти посмотреть, наверное. У нас же есть коробка со слайдами. Расположить слайды, чтобы фреска выглядела законченной. О! То есть нужно несколько, видимо, пихать слайдов. Слайд на слайд. Вот вам цветы. Нет, цветы вообще не нужны, по-моему. О! О! Самолет, мне кажется, тоже не нужен вообще. Это что такое? Не, видимо, самолет нужен. И цветы. Цветы, конечно же, нужны. Вы что, не понимаете? Цветы, это же это, это же это. А все, я не могу, что ли? Все, я сделали? Нет? Блин! Ключ от никнейма, моя фишка, хорошо. Так. Таким образом, твой ник впервые прочитали? Хорошо, наверное, или не очень. Нужны ваши цветы, наверное. Самолеты тоже не нужны. Зачем тут маяк? Маяк зачем вообще? Уа! Я пугаюсь во все это играть. Эрен де Борн, тебе нравится Вторая мировая война? Это странное заявление.
Научная фантастика больше нравится. Фэнтези нравится по причине любви к природе. Атера читается с первого слога. Атера. А я говорила Атера, да? Атера. Хорошо, я постараюсь запомнить. А, я поняла, как считается твой никнейм. Скорпио, да? Твой однажды прочитали Мрдасиман. Мрдасиман. Простите, мне так стыдно. Статуя. О, у статуи нет глаз, правильно? Скорпио. О, у нас есть... О, эмблема, теперь я знаю, где она была. Вот здесь можно было клеить эмблему. Отлично, клеим эмблему. У нас есть клей для керамики. Отлично, у нас есть эмблема. Пойдемте обратно, эмблема. Вот все бы загадки бы так решались, да? Сюда? Просто бюст мужчины... О, просто бюст мужчины открыл нам. Ничего себе. Модель... Внутри заброшенного, короче, заброшенная модель внутри заброшенного здания, которое эта модель могла построить. Модель блока сгорела, как настоящее здание, акт вандализма или что-то более зловещее. О, у нас есть самолет. Так, еще один директор. Кристофер Смит, последний директор. О, у нас есть кусочек фоточки теперь. Что это было? Я будто бы смотрела на мир чужими глазами. Мама, почему фото мамы висит здесь, в этом заброшенном здании? Однозначно кто-то оставляет мне подсказки. Почему, почему просто не поговорить со мной? Дорогой Кристофер, полагаю, что уже все улажено, оборудование установлено. Когда я выдвигал свою кандидатуру на место Джессики, у меня не было сомнений, что ты преуспеешь, а выдвигал твою кандидатуру. Я вложил в это предприятие немалые средства. Как ты понимаешь, время не терпит. Пожалуйста, придерживайся графика. Окей. Так, мы нашли ручку домкрата. У нас есть линейка. Я считаю, это тоже успех. Нужен ключ. Есть... Чего есть тут? Ничего больше здесь нету. Вот чего-то посветил. Мишка! Невероятно. Эмма ворвалась в кабинет и заявила, что весь персонал врет, что статуя живая. Образованные люди, эксперты медицины. Живая. Наверное, она увидела рентгены, которые сделали на таможне, а у них у статуи разные положения рук, идиоты. Ладно, собрал всех в оранжерее и показал им, руки можно двигать. Наверное, они дергались во время транспортировки, когда ее везли через границу. А вот голову статуи повернуть не получилось. Надо собрать все рентгены, пока Лаудиус не узнал, что случилось. Нужно найти, короче, рентгены статуи. РНБ Борн, как переведут твой ник? РНБ Борн. Ага, мы нашли лопасти. Теперь я знаю, что можно делать. Без пропеллера вентилятор бесполезен. Вот же пропеллер. Слишком длинный. Ой. Карфаген должен быть разрушен. О чем вы? У статуи нету глаз, ты не порти мой рассказ. Да, именно такое. Именно этот мем я и вспоминала. Психо, что вы ник сразу правильно прочитали. Ну ты сегодня у нас вообще же топ стрима, как сказала банка. КВ Фредди, пока, Кибер Ол, пока. Я не знаю, кто из вас уходит. Ну, спасибо, что были со мной. Разрешите представиться. Ей, Гресс. Ей, Гресс. Окей, я вроде бы относительно правильно еще твой никнейм читала. Так, а фото, наше фото матери тоже нужно было куда-то, по-моему, добавить. Вот сюда.
Мне кажется, мы сейчас в прошлое отправимся или что-нибудь такое. Блин. Что? Блин, да тварь, да хватит меня пугать. Кто там спрашивал, понравится ли эта игра его 11-летней сестре или племяннице? Нет. Так, детский рисунок перфокарты. Кинжал был у меня в сумке, а теперь он здесь застрял глубоко, я даже не могу его шевельнуть. У нас есть домкрат. Я считаю, это успех. Это стоило ждать от заброшенной психбольницы? Да. Ей, Гресс, я прочитала твой никнейм назад. Я поняла, как тебя зовут. Твой момент очень напоминает из ужастика зеркало. Ой, зеркало — это вообще самый... страшный момент в моей жизни, по-моему. А вот сюда нам нужен рычаг. Ну. Устройство для создания ключей перфокарт. Нужно задать комбинацию. Нужно найти перфокарту. Окей. Ого, мы в прошлом, видимо. Хорошо, бумага. Мне нужна бумага, нужно спешить. Опа, скотч. Почему нет колесиков? Скотч. А, это колесико как раз. Так, нужно написать что-то. Как сложно. А что такое с донатами? Они не работают? Ребят, я не знаю, в чем прикол. Это странно. Это, по-моему, не мой косяк. Не работает Donation Alert. Ну, точнее, я не могу почему-то в него войти.